Стоим, ждем такси. А он его, он сидит. Мне это на голову поворачивает. Это мы просто решили сегодня прогуляться в городе. Нас привезли вот сюда, где мы вчера уезжали вот на лодке. Пока магазины все закрыты. Пока вот сейчас еще немножечко посидим, тут и пойдем по улицам походим. Такси от отеля до вот этого места. Ну, не знаю, сколько там минут. Минут, наверное, 5-6 мы ехали, вот $6, говорит. Испанская белка. Вот такой интересный цвет у нее. Какая-то она трехцветная прям. Выглядывает из-за ствола дерева. Где она? А, вот она. Вот она какая-то разноцветная. Вот она, нашла я. Вот длинный серый, а тело такое какое-то коричневое, еще какое-то. Попробую подойти поближе. Если даст мне. О. Вот такая белка. Интересного цвета. Вот такая. Коста-Рика белка. Мы вот типа на главной улице, как бы маркет у них тут. Такая улица, где магазинчики всякие, туристическое место. Там дальше справа будет выход на берег, вот откуда мы сейчас пришли, на океан. Магазинчики, вот можно покушать что-то. Так вот смотрится. Все с утра почистили, помыли, освежили. Люди такие приятные, приветливые. И кое-что мы купили. Вот, например, вот такая модель очков. Никогда не видела, вот взяла. I gotta start over. Идем вот вниз по улице. Вот это вот, видимо, резорт такой. Тамаринда Дайрея. Вот так вот смотрится вход. И там прямо вот океан напрямую. Real estate. Огромная игуана сидит на дереве, на кусте и ест что-то. Вау! Огромная. Я уже видела таким примерно огромную, я тоже на кусте сидела. А это вот ест сидит что-то. Вау! Динозавр.
еще одна сидит. Говорят, вчера одна женщина держала курицу в руках, и она бросилась как бы на нее. Наверное, привыкли, что их кормят. Поцарапала ей ногу. Вау, какие здоровые. Смотрите, какая ракушечка ползет. Крабик у нее заселился. Крабик у нее заселился и ползет. Разных сортов. Сегодня вот так увидела. Сейчас она тут. Вау. Наверное, со временем они серые становятся. Do you think they are going by the age in gray color? Вау. Not to me. Not to me, please. Go back. Oh, wow. I'm not tasty. Go back. Вау. Какой у нее подбородок свисает, как у петуха. С курицей. Вау. Гнездо и кормит там птенцов. Или прямо в отеле под крышей. Прямо фрондерка. Полетела воды принести, видимо, детишкам. Сама попила. Мы после завтрака в ожидании нашего шаттла на экскурсию повезут. Сегодня у нас последняя экскурсия на лодке в джунгли. Смотрите, птичек, обезьянок, крокодилов и так далее, всякую живность. Завтра у нас пятница, день отдыха, и в субботу мы улетаем. Оказывается, тут еще одно гнездо есть, вот там, в этом углу, только с той стороны колонны, вон ветка торчит. Видела там такую же птичку. Ага. Обосновались хорошо. Нас привезли сюда. Отсюда у нас будет отправление на лодке. Так я понимаю, мы сейчас ждем еще двоих человек. Вот. Не разрешается тут собаки. И вот какие тут всякие насекомые, черепахи, игуаны, пауки, крабы, что там еще? Что-то такое обещают.